Активисты Одинцовского отделения «Единой России» в рамках реализации проектов «Здоровое будущее» и «Единая страна. Доступная среда» посетили практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. Вместе с партийцами обучение проходили одинцовские волонтеры, молодогвардейцы, ученики профильных медицинских классов и колледжей. Подобное обучение в рамках курса «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров» проводят профессиональные медики.